спорта. На проходящем в столице Сербии чемпионате мира по боксу у сборной Казахстана будет минимум 5 медалей. Одну из них завоевал павлодарский боксер Серик Тимиржанов. В своем четвертом поединке на мировом форуме наш земляк встретился с представителем Санкт-Петербурга, чемпионом России этого года Эдуардом Савином. Преимущество Серика Тимиржанова не вызывало никаких сомнений. Он одержал победу единогласным решением судей 5-0. Теперь в полуфинале весовой категории до 57 килограмм болдарскому боксеру будет противостоять кубинец Освель Кабальера Гарсия. Бой между ними запланирован на 4 ноября. Независимо от исхода этого поединка, у серии Катимиржанова будет минимум бронзовая медаль. Такого успеха в истории независимого Казахстана у Павлодарской школы бокса еще не было. Мурат Билмажит, это Сакпарат.